В Ульяновске продолжают устранять последствия ледяного дождя. На несколько дней территория области оказалась под влиянием теплого южного циклона. Синоптики отмечают, к завтрашнему дню погода должна стабилизироваться. Сейчас к нам поступает воздух с Нижней Волги, поэтому он имеет температуру на высотах плюс-плюсовые, а у Земли температура от нуля до минус 2 градусов. В связи с этим у нас идут осадки в виде переохлажденного дождя, местами ледяного дождя, мокрого снега и образуется на предметах гололед. На дорогах сильная гололедица, так идет таяние снега и образуется, в общем-то, корка. Коммунальные службы, как отмечают в городской администрации, работают в круглосуточном режиме. Тем не менее, без нештатных ситуаций не обошлось. Зафиксировано множество обрывов электросетей из-за падения ледяных веток. На севере Ульяновска множество деревьев не выдержали тяжести льда и рухнули. Хорошо, если не задели припаркованные машины или окна домов. Сегодня по городу бригады городского центра по благоустройству продолжают спиливать надломленные ветви упавшие деревья. По проспекту Нариманова бригада городского центра по благоустройству и озеленению города производит уборку нависающих, упавших веток деревьев от кольца Нариманова до парка Победы. Движение трамваев по улицам Радищева, Спаска и Ленина восстановлено. Чуть хуже дела обстоят на пешеходных дорожках. Если в центральной части города дорожки убирают, то в спальных районах передвигаться людям намного сложнее. За ночь на тротуары высыпали 95 тонн песко-соляной смеси и 4 тонны твердого реагента. Мы оцениваем как дорожное полотно в удовлетворительном состоянии. Есть сложности с тротуарами. Действительно происходит обледенение. Сейчас у нас работает порядка 22 единиц техники на тротуарах. Значит, как они распределены? У нас 8 тракторов на базе МТЗ-82 с пескоразбрасывателями, которые занимаются, значит, обработкой реагентами и пескосоляной смесью. Неисправности на сетях электроснабжения были зафиксированы и в муниципалитетах. В Ульяновском, Старомайнском и других районах продолжают работать специалисты. Анна Тищенко, Управда ТВ.